Всем здравствуйте! Хочу предложить вам потрясающий рецепт хлебных булочек на завтрак. Булочки получаются воздушными, очень нежными, не сильно сладкими. Такие булочки хорошо подавать к завтраку с маслом и джемом. Итак, начнем. В чашу добавляем молоко 200 мл, теплой воды 200 мл. Затем добавим 7 грамм дрожжей, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара. Все хорошо перемешаем. Туда же добавим 30 грамм сливочного масла и будем добавлять 500 грамм муки частями. Смазать чашу маслом, выложить туда наше мягкое эластичное тесто и сверху накрываем пищевой пленкой и поставим в теплое место на 45 минут. Тесто наше подошло, увеличилось вдвое. Выкладываем на стол. Поделим тесто на две равные части. Затем делим на 8 частей. Каждую часть обминаем и придаем круглую форму. Булочки уложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дать булочкам подняться минут 10-15. Затем наши хлебные булочки посыпаем мукой и делаем острым ножом или лезвием неглубокие надрезы. Добавим в надрезы небольшой кусочек сливочного масла. Выпекать булочки будем 25 минут при температуре 220 градусов. Время прошло. Булочки для завтрака готовы. Попробуйте приготовить. Может быть, и вам понравятся такие булочки. Приятного всем аппетита и хорошего настроения!